ищешь здесь ручку, она вот тут. Очень непривычно. Осторожно, береги машину. Все, Руслан, теперь можем ехать хоть на край света. Готов? Да. Погнали. Давай. Спасибо огромное. Созвонимся тогда. Да. Что, друзья, мы погнали. Дворники работают, ё-моё. Да, омыватель, походу. И омыватель работает? Ну, омывателя, наверное, воды нет. Свет есть в салоне. Полностью комплектная машина. Ну, это шок вообще. Еще и лобовое запасное, фонарики запасные. Ну что, едем. По-светлому очень все мы оперативно сделали. Повезло, конечно, с машиной, просто нереально. Я такого поворота не ожидал. Да никто не ожидал, наверное. Я просто увидел эту машину, думаю, мы с навигатором. Мы на ней стопудово поедем. 21 век. Это то же самое, как я газика. Помнишь, увидел, говорю, что все, едем за ним. Да, мы ж газик еще с тобой везли, ё-моё. Человек улыбнулся, счастлив. Ну, мы отправляемся. Так, выехали на большую дорогу. Телефон бы где-то тебе примастырить бы, да? Мешает немножко. Не спеши. Блин, ты жестко так стартуешь. Макс очень жестко пилотирует. Спидометр работает. Да все работает, ты понимаешь? Ключевое, что работает все. Стоп-сигналы оба, повороты. Так и просто она едет, блин. Ты понимаешь? Да. Сцепление есть, тормоза. Попробуй тормоза, пока никого нету. Да нет, там Яна сзади очень близко. А. Как они, правда, там поместились? Я даже не знаю. Может, места и достаточно, я не была внутри, не скажу. Дворники работают, все работает. Сейчас... Они холостые есть или что? Да. Холостые есть. Да. А что ты хочешь? На лобовое выйти. Мне больше всего нравится, как здесь дверь открывается. Так обращают внимание, думают, автомобиль с прошлого. Такой ми-ми-ми, маленький. По спидометру едем 20 км в час. Ну, может быть, по трассе ускорится. Чуть не заглохли. Ну что, мы на Житомирской, друзья. Житомирская трасса, где-то в районе Стоянки, наверное, выехали. Может, чуть дальше, ну, примерно. Пока светло, хорошо. Что-то как-то... Но бензин закончиться не должен. Четвертая. На себя четвертую? Первая, включу. Вторая, третья, четвертая. Но я уже четыре скорости. Значит, первая просто длинная. Может, ну, типа, да. Да, едем. А я еще лафет вчера говорю Максу. Лафет, может, возьмем. Он говорит, так это же не наш метод, лафет. Ну, я, конечно, с ним согласился, что это не наш метод. 56, Макс говорит на навигаторе. 58. По факту 58. Ну, нормально идем, я тебе скажу. Достойная скорость. Ну, как-то он легче, чем желтый идет, да, получается? Да. Вес меньше. 650 килограмм. 650 килограмм всего. Блин, Макс, нас все обгоняют. Что происходит? Смотри на навигатор, скорость. Сколько? 77, 82. 82. Хорош, наверное, тормозов уже почти нету. Или есть тормоза? 82 рекорд, да, уже? Ну, пока да. Ну, тут с горки, правда. Не, это мы дальше Стоянки. Стоянка впереди, это спуск Стоянки, который. Говорит, Яна на грязевой резине не успевает. Ха! Это точно. Давно хотели мы такую машину купить, очень хотели. Я вам скажу, это незабываемое впечатление просто. Да и машина, вот радует, что она комплектная. Операция на ходу, и... все работает. Еще и с документами можем переоформить. Доверенность до 2029 у человека. То есть мы спокойно можем ее снять с учета, я думаю, и поставить. Я как-то совсем легко идет. Мы 80 рублей. Нет, с горки, Макс, очень с горки. А, легко. Ну да, в плане рулежки, в
плане. Ну, видишь, это опять же говорит о чем? Свесы минимальные. У него же свесов нету. Сзади, кстати, тоже свес маленький. Колеса тоненькие. Колеса тоненькие. То есть делали правильные машины люди. Вот Макс удивляется, говорит, так легко идет. Потому и легко идет, потому что ничего лишнего. Но мы очень плотно сидим, конечно, с моей шириной туловища немножко тесно. Сейчас наступаем, пробуем скоростной режим, сколько пойдет. Вот спидометр я вам покажу сейчас. Макс хочет сломать стрелку спидометра. Скорость какая? 79, 81, 82. Это подъем, мы уже на горку идем. 85. Знакомая цифра 85. 87. Так, смотри, там впереди останавливается. Тормози. Нет, сука. Тормози. Блин, правый ряд свободный. Да я же не вижу зеркала, блин. А, нету зеркала. Как я могу пробовать? Так, все, хороший эксперимент это, блин. Да не, я просто по педали промазал. Это ты, блин, высаживаешь нас на измену. Говорит, я по педали промазал. На сцепление нажимаю, оно не нажимается. Да что ж такое-то? Фух, блин, это еще страшнее было, чем с горы на белом, блин, я вам скажу. Хорош, все, едь потихоньку. Просто. Полиция. Полиция, думаешь, остановят нас? Не знаю. Ну, не хотелось бы, честно говоря. Яна там. Яна отстала, да? Не успевает? Авария или что тут? Что тут какая-то жесть впереди. Тут что-то... Да, авария. Авария жесткая, да? Да, да. Вот была бы сейчас же еще жестче. Да. Ну тут на самом деле все обманчиво. Трасса скоростная, плюс развороты. Смотри, какая приемистость. Смотри, какая жесть. Ё-моё. Ёханый бабай. Жестяк. Ну вроде живые все. Надеемся. Авария, да. Почему я промазал? Педаль газа и тормоза близко. Видишь? Вот. Рядом. Одной ногой можно и на тормоз нажимать. Наверное, дворники как работают. Вывалил руку в окно и блатует. Яна должна снять это. Она видит тебя? В общем, движемся. Максимальная скорость была 80 километров в час. Сейчас получается, ну так, 50-60 едем. Да. Стэтому понравилась эта машина, я думаю. Писал кипятком, да? Блин, надо на ней куда-то поехать в Европу, Макс. Можем мы поехать куда-то? Давай в Португалию. Не, я думаю, что она в таком состоянии, даже сейчас можем поехать. Не, тормоза надо доработать чуть-чуть. Пусть даже с этим одним колесом, которое... Тормозит. Можно ехать. Да. Сколько мы? 85 разогнали? 85, да. Знакомая скорость рекордная. В очень аварийно опасном месте мы это сделали. Никогда это не повторяйте на камеру. Это нельзя повторять. А я нажимаю, прикинь, оно не нажимается. Сначала плавненько нажимаю, оно ноль. И потом уже сейчас в пол, оно ноль. Можешь? Или... Ты понимаешь, что здесь... сцепление тормоза держится на одном болтике М6. Ну как это такое может? Вот так. Вот я его закрутил, и оно стало работать. И тормоза появились. Да. А мы там взяли уже инструмент, я вам покажу потом. Мы взяли болгарку, взяли металл, чтобы там думали, что-то прогнило, может что-то усилить, там проварить или поджать, добавить, просверлить. Я думаю, что просто изнутри надо еще шайбочку с болтиком накрутить, чтобы оно никогда в жизни не открутилось. Потому что если оно открутится... Посмотрите, какая пробка. Мы едем, это все пробка стоит. Уже километров, блин, наверное, 10, блин. Не 10, километров 5-6. Выезжаем в правую сторону. Да, давай, посмотри там. Здесь, кстати, удобно смотреть в окно прямо. Смотришь назад, Макс. Как в мотоцикле, смотри, вот так раз и все видно. Макс, не включай дальний, ты повыжигаешь глаза людям. Сейчас надо на рынок заехать, диоды купить, наверное, поставить. Диоды поставить надо. Быдло диоды. Есть быдло ксенон, знаешь? Там, где он стоять не должен. По центру, по Крещатику хочешь, как обычно? Да не, поедем по окружной. Да? По окружной, да. Ну, а как ведет?
Харьковское шоссе надо было. Ведет через Крещатик. Через Крещатик ведет? Да. Блин, там окружная, да, может жестко стоять сегодня. Центр может быть более... Там просто... Ну поехали тогда, поедем... Можем через Московский мост и через... тоже жесть. Тесла презрительно нас обогнала, но... Тесла это, да? Да, Тесла. Да, Теслы уже ездят просто что? Как Ланосы уже почти, да? Такой чуть-чуть форс-мажор у нас произошел. Ходил толкать, только что завели с буксира, то есть толкача, точнее я. Хорошо я на сзади. Ага. Да, нам надо было как-то, блин, дорогу без пробок искать. Да. Ну ничего. Запорожец в реалиях киевских пробок. Они как будто с другого мира. Ворвались. Ну едем в пробке даже в пробке мы можем ехать. Не просто, конечно, сейчас открою окно. Но машина выглядит, вы видели, так жестко вообще, жестко. Но она едет, елки-палки. Кто там что не любит советскую технику? Так а представляешь, когда оно все четко отрегулировано, свечи, все рабочее, то вообще нет вопросов с этой машиной, елки-палки. Влад говорил, что эти машины, как и в планете, постоянно регулируешь, постоянно что-то сбиваешь. Да, да. Сколько мы километров уже пролетели? 27. Так как люди в потоке реагируют, смотрят, довольны. Лайки пока не видел. Ну, наверное, ставят, просто у нас обзор ограничен. Обзор ограничен, я думаю, ставят. Там Яна должна сзади снимать лайки наши. Все лайки пособирает Яна. Пособирает Яна сейчас все лайки, да. Осторожно. Правее, Макс. Так, проспект Победы. Подъезжаем к метро Большевик по-старому. Сейчас она как, Берестей? Нет. Как метро это называется? Берестейская? Макс тоже не знает. В общем, к Большевику подъезжаем. Бывшему. Так что делаем? А я же вот думаю, а что навигатор говорит, куда нам лучше ехать, чтобы меньше. Там просто стрёмно по Шевченко подниматься, крутой подъем и спуск потом. А с нашими тормозами лучше где-то по более ровной дороге ехать. Типа пишет налево и потом по набережной. Да, давай как пишет. Ты думаешь? Да, ему все равно лучше видно. Ну там это... Но как ты и хотел ехать. Не, я хотел направо повернуть. Да и... не направо, мы сейчас на мост налево туда же уходим, на... Правильно? На Дорогожич? Да, оно типа туда и ведет. Ну так туда и едем, я ж тебе говорю. Вячеслава Черновола, да? Да. В общем, едем, друзья, дальше, лучше. Там пробка, я смотрю по навигации. Тут лучше? Ну лучше, хотя мост тоже вон стоит. Да не, оно ползет там. Прямо. Вот мост, на котором столбы упали. Виталькин, знаменитый мост, который... Так а ведет куда навигатор? Прямо. Прямо ведет? Давай прямо. Там горка просто не такая жесткая. Здесь горка. Там точнее вообще равнина везде. По подолу и там на набережную идем. Макс же еще едет с телефоном в руках все время. Мониторит, куда поворачивать. Я снимаю. Осторожно. Осторожно. Так, тут авария. Ох ты ж, блин. Вот как, да, ровная дорога, хорошие машины свежие. Отвлекся где-то, видно, на телефон. Ух ты, елки, какой бутерброд жесткий. Какой жесткий бутерброд. Просто, ну, в этом направлении поток не сильный. Ладно, едем потихоньку. Да, тут, ну, тут тоже толкучка, ну, я думаю. А ведет сюда, да, навигатор? Да. Нажми наверх на синий. Тут тоже все красное, ну. Свободно.
Да, да, Яна там перекрыла дорогу. Прикрывает нас Яна. И мы валим красиво так. Пусть у меня на ноге лежит, тебе видно. Так, ты опять нажал на стрелочку. Куда нажать? Стой, 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 стой. Все, ладно. Все, нажал, нажал. Нормально видно. Блин, тут я вам скажу, управлять вообще непросто. Макс каким-то... Как на космическом болиде. Макс каким-то чудом тут. Макс чудом управляет. Смотрите, педали. Надо нажимать сразу. Надо нажимать сразу и на газ, и на тормоз, и на сцепление. А ноги только две. Это вам... Яна там едет? Яна, смотри, я не вижу. Осторожно, встречка. Догонит, давай потихоньку, пока свободно. Осторожно, Макс, не спеши. Там стоят. Так, темнеет, друзья, я думаю, вам видно. Мы едем. Ну, я раз уже выходил посреди проспекта Победы и запускал его. Тут надо еще и подсосом чуть подгазовывать, потому что она глухнет. Слышишь? Да, тут еще подсос, Макс, подсос. Так мне нравится, что все работает. Есть все органы управления машины. Подсос, свет. Типа пишет направо, надо ехать. Пишет направо, да? Через сколько? Через 10-50 метров. Ну давай как пишет, поедем. Потому что там прямо все стоит. Ага. 250 метров направо пишет. Просто если мы на гору заглохнем, то нам будет, блин, тяжело. А, да, кстати, да. Тогда подсос включай. Вежливо нас пропустили, спасибо человеку. Видят, что машина непростая такая. Что, ты приспособился смотреть? Это я слышу запах. Масла? Запах. Крови? И Яна. Яну там бедолагу зажали, да? Можем тут постоять, ну, медленно протянуться, она догонит нас. Так, ну мы продолжаем бороться. Лучше тряпкой, не рукой. Не, рукой тоже ничего протирает, это ж кожа натуральная. Сюда нам ведет? Нам ведет, да? Да? Осторожно, горка тут, Макс, горка. Да. Горка, горка, горка. Не, ну горка, тормоза, мы медленно. Через 200 метров проводитель вручно полетел в Матрицкан. Тут как-то узко, блин, я. Или нам вправо, нет. Блин, ну тут, конечно, не очень место. Или это этот против движения едет, или что? Пролезем, должны пролезть, мы тут узкие. Пробираемся пробками киевскими, это жесть вообще. Очень узко и много машин, и подъемы. Видишь, прямо не пускает. Налево пишет, да? Не, ну типа прямо, а прямо все стоит. Но она налево нам рисует. Нет, а, не, прямо это... рисует, налево дальше. Да. Че, давай прямо попробуем или налево пойдем? А, не, он машины поворачивает. Испытание для машинки такое в киевских пробках жесткое просто, особенно здесь. Макс продолжает там управлять двумя ногами и руками. Все органы управления Макса задействованы в полном объеме. Пробуй, пробуй вот так. Да, 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 да. Может этот пропустит, блин. Добрый человек пропускает нас. Да, да, да. Идем нормально. Ты Яну смотришь? Да. Видно ее, нет? Да, да. Есть, да? Да, да, Яна вообще красотка. Яна нормально. Там, где-то... наверное, Марк уже плачет. А, там же еще младший еще. Так, исторический практический центр. Эти улочки налево тут. Налево чувствую.
Тургеневская, Павловская где-то рядом. Тут папа жил мой когда-то. Вот там прямо на Павловской. Это Павловская улица. Оно пишет, не видно, какая улица. Дмитровская. Ну где-то рядом, да. Налево сейчас. А, все, понял, где мы. Это жестко вообще. Трамвая вроде нет, и никого нету. Под трамвай не хотелось бы попасть. А он направо ведет. Слышь, у тебя четкий навигатор вообще, я тебе скажу. У меня так не умеет. Мы тут по рельсам валим, валим, валим. Смотри, как по рельсам мы тихо едем. Да потихо мы едем просто. Не-не-не-не-не-не-не, не вздумай. Не вздумай, стой. Да, вот это экшен по центру Киева, я вам скажу, не детский. ЗАЗ 965 пилотирует Макс. И мы по центру Киева. Поворот включили. Тут направо. Да, 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 направо показывают. Девочки, подождите, осторожно. Там, кажется, был один мальчик. Да, так. Слышишь, тут подъем. Тут такие немножко горки в Киеве. Так, я Максу вот так держу навигатор. Одной рукой и второй рукой две камеры. Так, сейчас. Куда здесь? Прямо, еще прямо. Тут кто уступает? Они на главной, мы уступаем. Мы уступаем осторожно. Давай, так, пошли. Четко. Пешеходы помогли. Идем. Ё-моё, где мы, слышишь? Это... Какая улица Артема, налево? Артема, налево. На Артема выскочили. Да. Короче, через Крещатик ведет. Через Крещатик ведет все равно. Мы хотели Крещатик объехать, но оно нас все равно ведет. Судьба. Вышли на Артема. Это вообще самый центр, друзья. Идем в сторону Майдана. Вот так, если прямо ехать, прямо на Майдан приедем. Кто не в курсе, кто не был в Киеве. Одной рукой держу подсос, чтобы не заглох. Второй рукой вытираю. Да, тут целая история, я вам скажу. Вытирание. Блин, такие мы пробки попали. Вот это мы день выбрали. Ну, блин, это не зря, это того стоило. Главное, никого не въехать. Вот это сейчас самое... мы по окружной, потихонечку ехали. Да. По окружной, блин, ну может, да, надо было все-таки туда. Но там можно встрять на несколько часов на той окружной, блин. Хрен его, ну что-то повело сюда, ну не и знаю. Тут, и тут тоже на несколько часов. Тут тоже можно встрять. Но бензин есть, я думаю, не должен закончиться. Ты на дальнем свете, кстати. Да, блин, не могу переключиться. Да ладно, не надо. У нас все равно фары загнуты вниз. Никого не ослепим. Так, навигатор здесь. Макс здесь. Что там Яна? Где она? Сзади. Яна сзади с диодами, тут вообще... просто освещает нам путь конкретно. Мне кажется, шли третьи сутки, а мы все в пути. Так, мы тут жестко боремся с пробками. Запаркована одна полоса. Ну, это тут стандартное явление. Если мы сейчас здесь заглохнем, да, то в принципе... Толкну тут ровно. О, включили освещение городское. Этот запорожец с начала выпуска не видел таких диодных фонарей, да? Да. Татьяна звонит. Давай. Алло. А что, фар кричит? Давай припаркуемся где-то. Припаркуемся давай. Вон можно за белой. Да не кричить. Нормально? Ага. Наверное, покормить надо. Ты там покормить. Лайки ж поставить не забудьте. Онлайн идет, включайте онлайн. На левый берег мы едем. Сколько ехать, Ян? Это Крещатик, ну, Артема. Поехали. Поехали? Подожди, давай назад оттолкну я. Кать. Не, я назад оттолкну. А, заводиться. Сейчас, подожди, надо. Сейчас мне надо все подключать. Тут провода.
Стой, я сейчас подключаю лишние провода, чтобы я мог бежать с онлайном, с батареей. Поможете завестись? Завестись, поможете? Надо толкнуть. Да, да.